Баткене состоялась очередная встреча сопредседателей правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы Камчыбека Ташиева и Саймумина Етимова. Руководители правительственных делегаций продолжили обсуждение вопроса делимитации кыргызско-таджикской госграницы на оставшихся участках и достигли значительных результатов по дальнейшему определению прохождения линии границы двух государств на оставшихся участках, а также дали конкретные поручения рабочим группам правительственных делегаций двух стран по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы продолжить работу в этом направлении. Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания. Добро пожаловать, уважаемый. Спасибо. Спасибо за теплое министерство дипломатическим путем. Мирно, дипломатическим путем.